В минувший четверг шоу-группа «Мегаденс» вновь порадовала концертом своих поклонников в Нефтекамске. Живой звук, яркий свет, современная аппаратура и активная работа со зрителями давно нравятся жителям. И даже те, кто еще ни разу не был на их выступлениях, стремятся попасть на первые ряды в зрительном зале. Об этом концерте я узнала с помощью социальной сети ВКонтакте. Знаю, что хорошие отзывы у этой группы, и решила посетить впервые. Думаю, будет очень хорошее мероприятие, и я получу положительные эмоции. За годы творческой деятельности коллектив «Мегаденс» стал известен практически во всей республике и близлежащих регионах. Такая активная деятельность не дает расслабиться артистам и только стимулирует на то, чтобы все время совершенствоваться, менять свой репертуар и идти в ногу со временем. А мы подготовили нашумевшие мировые шлягеры, таких исполнителей, как Брайан Адамс, Род Стюарт, Джастин Тимберлейк, Голдплей. Соответственно, будут исполняться мегахиты, такие как «Ты чё такая дерзкая» Тимура Юнусова, «Эхтала-тала» на татарском не будет. Соответственно, русские и иностранные музыкальные композиции, то есть то, что мы еще нефтекамской публике не показывали. Очень приятно находиться здесь, в Нефтекамске. Я сам из Мишкина, жил в Нефтекамске, сейчас живу в Уфе. Конечно, приятно, когда вся команда выходит, делает классное шоу. Мы очень это любим делать, на самом деле. Вот, а планы огромные, грандиозные. Это Madison Square Garden, это концерт в Олимпийском обязательно. Это концерт в Корку Сити Холле. Ну а пока Радик Юлякшин в городе, мы даем концерт тоже в городе. Еще небольшим сюрпризом, подготовленным шоу-группой для своих любимых зрителей, стало выступление уфимских артистов. Замечательную игру на саксофоне показал Вячеслав Борисов, а Евгения Сафина вместе с «Мегаденс» исполнила ряд песен. С 16 ноября «Мегаденс» планирует провести традиционный концерт в городе Уфа. 30 октября группа выступит в Ижевске. Те, кто не смог попасть на концерт группы в Нефтекамске, еще могут наверстать упущенное. Татьяна Галиева, Сергей Мешков, информационная программа «Ежедневник».